Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о панели инструментов в Adobe Illustrator. Это целая серия видео, в которой я буду рассказывать про каждый инструмент, как он работает, как его использовать и как его настраивать. А сегодня это общий момент, и часто с панелью инструментов связано несколько вопросов. Первый вопрос. Я не вижу какой-то инструмент. Почему так происходит? Вот она, панель инструментов, находится слева. Может выглядеть вот так вот толстенько в два ряда, может выглядеть в один ряд. Иногда вы не можете найти какой-то инструмент. Что надо сделать? Это значит, что у вас стоит стандартная панель инструментов. Для того, чтобы ее сделать дополнительной, мы заходим в окно, панель инструментов и ставим галочку на дополнительно. Как видите, количество инструментов увеличилось, и теперь то, что нам не доставало, мы здесь увидели. Также инструменты могут скрываться внутри, то есть, например, внутри пера мы видим несколько инструментов, перо плюс, перо минус и инструмент опорная точка. То есть, возможно, просто в данный момент он спрятан. Соответственно, как из маленького количества инструментов сделать большое, я вам показала. Вы можете ее взять, перетащить в нужное вам место, настроить в два столбика или в один, в зависимости от того, как вам удобно. Классически она вживлена в левый край. Вот так. Если вдруг по какой-то причине вы ее взяли и нажали на крестик, частый вопрос. Ой, у меня пропала панель инструментов. Вы всегда ее можете найти. Для этого вам нужно войти в окно, панель инструментов и выбрать, какую вы хотите использовать. Основную или дополнительную. Я всегда работаю с дополнительной, потому что мне нужны все эти инструменты. Соответственно, могу ее разместить там, где мне удобно, либо взять ее и прижать к краю, видите, появляется такая синяя маркировка, и моя панелька туда автоматически вживляется. Плюс ко всему, я ее делаю тоненькой в один ряд, что увеличивает мою рабочую область, где я могу рисовать. Если у вас появились вопросы по панели инструмента, обязательно их задавайтесь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И нас ждет еще много-много видео про каждый инструмент. Они будут все в этом плейлисте. До скорых встреч. Пока-пока.